Вот сейчас позову, сейчас секундочку. Майни Шортс. Майнивны с вами. Всем привет. И сегодня у нас реакция на очень крутое видео, потому что это анимация про меня. Мне очень приятно. Называется «Майни заменил Мацни». И это Анизум. Ребята, подпишитесь на парня, потому что он делает только анимации по мне. Это вау. Это на самом деле я удивлен, что такой канал вообще появился. Спасибо ему огромнейшее. Там еще есть одна анимация. Я обязательно ее тоже посмотрю на реакцию. Ну, давайте смотреть. Поехали. Ссылка в описании, если что. Также не забывайте про мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании или QR-код на экране. Это сейчас очень важно. Вдруг чего? Я там уже держу связь и буду держать связь, если что-то произойдет. И у меня есть также стрим-канал Трово. Ссылка есть тоже в описании. Я стримлю каждый день. Тоже вас там очень-очень жду. Это вторая глава Мацни в DMC. Да, Мацни в DMC — это его основной проект. При финансовой и моральной поддержке. Наверное, все-таки этот орех возьму. Хотя я обычный хочу взять орех. О, значит, пошел. Вольнах ТВ. Даю долг. Спасибо большое. Так, я вам тут скримеры кидаю, а Майни тут нет. Это как так? А ну где Майни? И кепка где? Ну так нет, нет. Сейчас будет, сейчас позову, сейчас секундочку. Майни Шортс. Все, всем привет, Майни, мы с вами. Рад вас всех видеть. Это что, он донат? А не верни Влада. Ну вот кинете 500 рублей, позову опять Влада. Я на самом деле нуб, не умею играть в эту игру, поэтому если я буду проигрывать, то вы сразу поймете, Майни, я как игрок игры нуб. Я только реакции снимать умею. Да, да, это правда. Масси намного лучше, чем я, этот 100% в игре играет. Верни нормального геймера, а то ты тупишь тут. Иди вон реакции на кнопки записывай. Ну все, ребята, Майни уходит, наконец-то приходит Мацни, ребят. Все, сейчас я Мацни позову. Мацни! Что? Я, иди сюда! Сейчас иду! Все, Мацни вернулся. Майни Мацни, продавец орехов. Ля, это сейчас стримы по первым этим, господи, как его... ПВЗ, по первому ПВЗ. Ля, это прикольно, это прикольно. Блин, он коротенький, но это забавно. Блин, очень, очень приятно. Надо будет посмотреть его основной ролик. Я все успеваю посмотреть и записать на реакцию, ребята. Поэтому, если вам зашло, подпишитесь, поддержите, потому что, на самом деле, я считаю, что такое нужно поддерживать. Это анимация, это очень сложно. Это очень сложно. Поэтому приходите, ссылка в описании, обязательно поддержите человека, а также поддерживайте меня, если вы тут впервые. Мне было бы очень приятно. И всем удачки, всем пока. Пау.